Привет всем! Меня зовут Лариса. 25 числа, когда был телекрусейд по партнерству, я пережила Духа Святого. Было очень сильное помазание, я на ногах не могла стоять. И когда апостол молился и сказал слово, что разрушаются родовые проклятия, болезни, я начала очень сильно плакать и сокрушаться внутри. И внутри было такое понимание, что вот этим болела моя бабушка и моя мама. Помазание распадается всякое ярмо. Сейчас, в этот момент, разрушаются проклятия. Я разрушаю родовое проклятие болезни. Болезнь, которая болела твоя мама, твоя бабушка. И ты болеешь сейчас. Прямо сейчас я разрушаю это проклятие рака. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. И я почувствовала себя очень легко. У меня давно, уже несколько лет, болят ноги. И вот когда был предыдущий телекрусейд 11 числа, у апостола тоже было слово, что исцеляются кости. У меня кость болела внизу на ноге. И прямо Дух Святой так коснулся, что теплота пошла по этой косточке. Но у меня по-любому была тяжесть вот в ногах. И вот сейчас на этом телекрусейде, то есть я поняла, что у меня разрушилось это проклятие болезни, которое шло по роду. И я вспомнила, что моя мама очень сильно болела ногами. Она в конце жизни, она вообще уже не могла ходить. И я благодарна Богу, что я исцелилась, что разрушилось это проклятие. И поняла, что я, что это у меня уже не будет, как у моей матери, что оно все разрушилось. Я благодарю апостола, пастор Викторию за их служение, за их молитвы, за такие прекрасные телекрусейды, которые они ведут, и рушатся эти проклятия. Спасибо вам огромное.